Чебоксарах продолжается программа оптимизации троллейбусного движения. В ближайшее время изменятся маршруты электрического транспорта. Вот уже почти три месяца у троллейбусного маршрута номер 12 изменена конечная остановка. Теперь он идет до очистных сооружений на проспекте Тракторостроителей. Изучив пассажиропоток, городские власти сделали вывод – объем перевозок вырос. Новый маршрут пользуется большой популярностью. В администрации города предлагают совместить дублирующие маршруты номер 1 и 12. Теперь от промтрактора до университета, а это почти 43 километра, будут курсировать троллейбусы маршрута номер 1. Кстати, ожидать транспорт на остановке горожанам придется недолго. Количество троллейбусов на линии составит 34 единицы, а интервал движения 4 минуты. Изменения коснутся и схемы маршрута номер 20. По многочисленным просьбам его предлагается продлить до остановки Маштехникум. Благодаря этому жители юго-западного района смогут добраться до Новоюжного без пересадок. Количество машин этого маршрута планируется увеличить с 7 до 17. Движение по измененным схемам будет организовано не позднее 20 декабря этого года. А уже через неделю общественный транспорт дойдет и до микрорайона Садовый. Маршрут номер 65 будет курсировать от проспекта Айги до улицы Стартовой, через улицы Космонавта Николаева и Чапаева. Все жители микрорайона смогут им пользоваться ежедневно с 9 до 17 часов.